Шопи-центр. Почему закрыто? А? Лёг на работу хочет. Охрана. Ау. Вы где? 4:37. Вы уже на 7 минут проспали. Ладно, ребятушки. О погоде. Так, на небе вижу одну звезду. Не. Это лампочка с машиной отсвечивает. Звезды нема. Охрана идет. Пузоньку, проспал вообще шо? Открывай, Лилёк приехала. Гости, так сказать. Мороженое делать. Знаешь ты, особое приглашение им надо. Короче, звезд на небе нема. Опять ночью был дождь. Но температура плюс 16, товарищ. И это нас радует. Все поназакрывают. Ах, вы ж ёханые попугайчики. Все-то вам покажи, карточки вам пропикай. Еще один стоит на отправочку. Еще один моби. А мы сейчас дружненько становимся, перемываем всю витрину, делаем мороженое. Сегодня уже мы с Эриксончиком, по идее. Опс. Ха. Приехали. Пейте, люди, маслица, будете здоровы. Утреннее пробуждение. Керицончик уже тут все повытирала, повылизывала, витринки натерла, пиастру помыла. Керицончик, файло пюбасу. Браво. А то сейчас закакает нам все. Нашу витринку. Вчера Лилёк мороженое сделала. Ковыряй. Как повернишь ты его обратно, ёханый бабайчик. Вчера перемыла весь холодильник. Переделала всё мороженое. Сейчас ложечки поуставляем. И всё, надо хорошо. Надо ещё кофейку выпить. Воняют наши гады. Такие они с утра вонючие. Так, надо написать меню. Повытирать витрину с мороженым. Вечерняя смена этого не делает. Але если мы полишим по витрине, да и джела, теперь кефа просто скифо. Фотография на память. Это каждый день отправляем на группу вид булочек. Как кухня уже заведенная. Ешь, ешь, Эриксончик. Сегодня разморозка у нас. Заморозка. Перчики нафаршируются. Мама саджала бы. Шиацу, шиацу, шиацу. Пою, пою, пою. Шиацу, шиацу, шиацу. Промассажировали. Осуздрай армию, Эриксончик. Лилёк сидит в полуобмороке. Эриксончик работает. У Эрики дёсна пооткрывались. Все, мы все заболели. Звенута, Викиета. Села заказать мороженое. Не переживайте, Лилёк всегда в форме. А вот кухня грязная, сейчас буду мыть. Девчули, кто-то меня спрашивал, далеко ли до Луиджина. Ну вот от дороги надо подняться через весь этот парк. Есть, конечно, фуникулар, но он почему-то закрыт.
Есть автобус, который идет вокруг, но он такой длинный путь делает, что легче подняться ногами, хотя тут высоковатенько. И потом еще по территории больницы опять надо. Ну, практически, ну, как на Потемкинскую лестницу, я думаю. Не выше, во всяком случае. А 3 остановочки я просто проехала на автобусе. Ну, уже по парку. Вот еще лестница, и потом еще лестница. Так что есть куда бежать. Тут, похоже, когда-то был фонтанчик. А может, туда он где? Желтые домики. Это больница начинается. Потом покажу, сколько еще на высотке подниматься. Папа ребеночка на горбу тянет. Фух, захайкаться можно. Ну, потихоньку. Конечно, скульптуры тут все поломанные, побитые. Раньше тут, видимо, было красиво, видите, одни обломки. На горку вытянула и слезла дитё. Такой дядька стоит. 2 льва. Один почему-то без ушей. Один с гривой. Геракл такой. А уж теперь она бегает. Под горку не хотела идти. Фух-фух-фух. Хекаю-хекаю. Я ж бегом на горку взлетаю. И сейчас покажу, сколько еще. Это я уже вовнутрь зашла. Опять лестница. Такая немаленькая. И сюда. И вот видите, сколько еще лесенок. И вот тут павильон, который там на краю, вот это его. Хорошо, сейчас. Еще чуть-чуть. Вчера я не приходила, вчера ему заплатила за мусор. Позвонила, говорю, не приду, потому что все дороги перекрыты, закрыты. Вика. Сеньора спрашивала, как с больницы выйти. А, ну действительно непонятно. Но кажется, что это обычный павильон. Это выход. Видите, какая. Еще. Звоню, конечно, каждый день. Говорю, Луиджи, на каждый день приходить не буду. Гляньте, какие цветочки. Сейчас пойдем посмотрим, как он себя. Ого. Вот это, по-моему, называется калаброны. Такой здоровый жук. Вот такие цветы воняют. Ну, кусты, вернее. Когда цветут. Так. Ой, блин. Все, вышла я от Луиджина. Все у него нормально. Капают ему по утрам витамин В. Красиво. Елочки, метелочки. Туйка какая-то. Ждем результата анализа крови, потому что сказали, есть у него какой-то синдром. Какой-то. В общем, непонятно. Я поискала в интернете, не нашла, что за синдром. Так что ждем 2-3 дня. Гастроскопия, все нормально. Вот это только анализ крови. Дождемся, и все. И будут его выписывать. У нас вот такая погодка сегодня. Более-менее. Дождя нема уже, слава Богу. Так что лечу я до дома. Завтра собрание. 8:30 вечера, чему я очень рада, что ехать домой, чтобы потом возвращаться. У нас движение, как в Москве, дороги закрыты. Видите, тут газоны покосили. Вот мне бы сейчас бы этой травы собрать-то на свои грядки. Помульчировать помидоры. Ой. Лелек. Видите, трава лежит. Блин, мешка нема.
Сейчас бы насобирала мычи. Бесплатные. На меня бы, наверное, смотрели как на дуру, но нема. Давайте вам еще покажу такие интересные кактусы тут растут. Гудит машинка и стригут, видимо, траву. Смотрите. Вот особенно вот тут желтыми краями красивые. Видите, какой интересный кактус. Вот такая тут растительность. Уходи с дороги, мы до дороги. Обратно тоже на автобусе поеду. Две остановочки. Часок просидела в больнице. Быстренько перескочим. Видите, какие у нас дамы красивые гуляют. Здесь можно купить автобусные билеты, газеты, журналы. А вот и остановочка. Знаете, что-то парит. Наверное, завтра будет опять дождь. А может и не будет. О, как раз автобус едет. Так что все отлично. Вот это Уфичо и мобилиары продают квартиры, дома. Надо будет как-нибудь остановиться, посмотреть на цены, показать вам. Не всегда пишут цены, но иногда можно увидеть. Сейчас недвижимость в цене резко упала. Ну, спасибо, дяденька. Чуть мимо такой красоты не прошла. Смотрите, какие чебурашки стоят. Шоколадные конфетки. Меренга. Сладости. Это пастичерия. Видите, какие торты. Шикарные конфеты. Все в коробочках запечатано. Ну, черепашки ползают полностью из шоколада. Так, ладненько. Мы поехали. О, у нас бесплатный автобус.